Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы, всадники Олуха. Так, забираем 6 миллионов древесины за 11 день, окей. Так, интересно, у нас есть какое-нибудь сегодня событие или нет? Нету, друзья мои, к сожалению, пока ничего нового нету. Поэтому придется нам поиграть сегодня на арене. Да, просто на арене. Вау, 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 новинка. Купить за 200, нет, спасибо большое, я перебьюсь как-нибудь. Во-первых, давай мы вначале глянем, что у нас тут в загадочном паке находится. Покажите мне, пожалуйста. Так, костолом, чудовище ужасное, древоруб и ресурсы. Понятно. Так, ну там еще, ребята, есть рекламный пак. Забираем монеты и смотрим, что тут. Кревет, костолом, водорез. Ну и опять же ресурсы. Окей. Так, зеленая смерть. Где ты у нас? Покажи, пожалуйста, что у тебя в находках. Понятно. Как всегда, ничего хорошего, да, получается. Так, камеру отдалим и начнем, пожалуй-ка, собирать ресурсы. Так, ты у меня прапался. Какой уровень получаешь? 69-й, это круто. Тут тоже 69-й. Так, шепот смерти и кревет прокачались. Тут забираем рыбу. То же самое. Так, древесину пока трогать не будем. Вот они, мои рыбачки. Древоруб. Так, древоруб получил 75-й уровень, ребята. Костолом. Так, вот сейчас мы с тобой подумаем, что нам сделать. Кого быстрее и выгоднее прокачивать. Блин, только лишь 3 персонажа, ты представляешь? Так, а Громль тоже прокачан, получается, да? Подожди, Громль. Ага, Ветрокрыл. Ну, он так дорого стоит, ребята, именно по прокачке. Мне кажется, выгоднее пока в данный момент прокачивать Костолома. Я думаю, ты понимаешь, почему я так, ребята, решаю. Все лишь из-за ресурсов. Тут надо намного меньше рыбы, поэтому я и делаю такой вот вывод. Так, иди качайся. Так, мы с тобой поставим дальше на обмен. Где моя ночная фурия? Вот она, балдеет. Так, 12 тысяч рыбы. Блин, прикинь. Какое-то там яйцо нашел крутое. Ну, ребят, крутое, не крутое, эти драконы у нас все равно есть. Поэтому мы с тобой отправляем ночную фурию дальше на какие-нибудь поиски. По-моему, это вот она нашла именно на него, да, яйцо? Да, вот, эксклюзивный, видишь. Пускай она летит в путешествие. Чем-то, как говорится, хоть будет занята. Беззубик. 40 лямов. Давай, давай, иди, обучайся. Чтобы поднять уровень, ребята, я просто 40 миллионов древесины отдал за это, представляешь? Так, сюда отдай дрова, дровишки, говорится. О, здесь тоже 6 миллионов дров. Слушай, пока они у нас здесь стоят, надо их отправить опять, ребята, естественно, на поиски. Кстати, подожди-ка. Покормить. Да чтоб тебя. Беда, конечно, с рыбой, ребята, я не знаю. Надо очень-очень-очень много рыбы. Просто тонны. Не тысяча там, не 10 тысяч, не 100 тысяч, а именно по 20, по 30, а лучше по 40, по 80 миллионов где-то добывать ее, чтобы у нас чувствовалась хотя бы прокачка. Так, ну что у нас тут, Граймгильда? 60 миллионов дров. Я бы, честно говоря, сейчас не отказался бы от дровишек. Давай, 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 давай. Эти руны. 8 рун всего лишь. Ладно, отправим ее в приключение. Драконий край, естественно. Пускай летит. Здесь мы с тобой что получаем? Яйцо. Окей. Так, иди налаживай контакт бесплатно. Тут у нас сборы бесплатно. И барсик у нас, что там? Угу, шестеренки.
Пускай идет на нового дракона, да? Бесплатно. Так, у торгаша есть. А здесь мы отказываемся с тобой и смотрим. Вот это я приобретаю, это я приобретаю. И хотел посмотреть, что у нас. Блин, посмотри, а. А, это образ. Это просто образ. Блин, нам нужно, я не знаю, когда мы это с тобой накопим. Вот здесь нам не хватает 6 тунца. Ну, как видишь, зеленая смерть меня особо не радует тунцом, поэтому здесь не хватает буквально одного капкана. А, мы можем сами поискать. Окей, как только вернется, мне бы главное не забыть, что надо отправить. Давай заберем здесь с тобой награды. Раз, два. Так, здесь забираем вымпелы. И мы, кстати, с тобой так и не посмотрели, что мы можем приобрести за монеты Одина, да? И за вымпелы. Так, еще 5 монет получили. А здесь мы с тобой пак заказывали, да, на открытие? Да, обычный пак, поэтому выпадает кревет, душитель, лаварык и шепот смерти. Давай следующий сразу на открытие поставим. И зайдем куда? Зайдем вот сюда. Вот они, монетки. И давай глядеть. Блеск уникальный. Пилозуб. Кстати, я могу купить пилозуба, друзья мои. Вот прямо сейчас взять и купить. Слушай, а что у нас в золотом наборе? Давай глянем. Слушай, а у меня, по-моему... Вот судноглот, по-моему, есть, да? Блин, такой маленький шанс вытащить это все. Ну что, ребята, давайте, наверное, тогда пак, наверное, с вами все-таки откроем, да? Или будем пилозуба покупать сразу? Вот дилемушка, а, друзья мои, вот дилемушка. Нет, я, наверное, все-таки возьму пак. Я рискую, друзья мои, да. Золотой набор. Так, эпический, необычный. 80 рун, 310 рун и... Вау! Буйволорд. Такого у меня, ребята, не было. Дракона. Ну, это дракон, видимо, такой пузанчик. Не, ну, а он смотрится прикольно. Мне нравится, ребят. А ну-ка, пузанчик, давай я тебя покормлю маленько. Вот он. Такой колобок. Он когда летит, смотри, такое ощущение, что он как будто раздувается. И за счет этого и летит, в принципе. Так, а что нам здесь? А, мы же с тобой, по-моему... Тихо, подожди. Так, вот здесь. Да, смотри, мы с тобой получаем еще экзотические хакату. Круто. Ну ведь круто, ребята, да? Обалдеть, тоже такого у меня не было. Разместить. Пускай он там постоит. Так, я выполнил обмен, да, и получаю 5 рун. Одно из яиц уже треснуло, а мы сторговались как раз вовремя. Привет, малыш, ты явно не из этих краев, правда? Не волнуйся, на Олухе ты всегда будешь в безопасности. Я постоянно нахожу драконьи яйца и постараюсь привозить их на Олух. Заглядывайте ко мне время от времени, чтобы взглянуть на мои находки. Это мы поняли. Бесплатно. Ух ты, сразу новую способность получил. То есть он уже может собирать ресурсы. Но ваш совет был каков? Рэй, прокачивай драконов, которые могут собирать руду. Потому что скоро тебе понадобится руда. А вот кто из них руду собирает? Надо будет этим как-то заняться вплотную. Кстати, по поводу вымпелов мы еще хотели с тобой глянуть. Так, у меня 3000, почти 4000 вымпелов. Что мы можем с тобой взять? Ух ты, детеныш кривоклыка. О, мрачная печка, ребята. Слушай, землехват. Прикинь, я могу прям взять землехвата сейчас. А что образ дает? Сокращает время, а, ну просто сокращает время приключения, да? А вот этот у меня есть или нет? Блин, как увеличать землехват? Ну, давай я, например, посмотрю, есть у меня такой землехват.
Мне кажется, у меня нету, ребята, его. Или есть? По-моему, нету. Ха, ты смотри, героический овен. Повысьте чего уровень дневной фурии до 170? Дневной фурии? Нифига, до 170 уровня. Вы что, блякнули, что ли? Ух ты, бабуля что-то тут зашептала. Гоки, как, по-твоему, будут обстоять дела в деревне, когда Икинг станет вождем? Всегда веришь в лучшее, да, Готи? Кубок наполовину полон и все такое. Так, уберите валуны. Убрали. Раз ты так полна оптимизма по поводу будущего, Готи, как думаешь, из меня получится хороший вождь? Угу. Так. Будь я вождем, я бы снабдил бы каждого викинга своим особым изобретением. Каталодкой. Во имя Тора. Что такое каталодка? Хотя ладно, просто сделай для меня ее макет. Я называю свое изобретение каталодкой. Это лодка с установленной на ней огромной катапультой. Нужно сделать макет для стойка. Ага. Макет, значит, понятно. Так я не врубился. Землехват у меня все-таки есть или нету? Брюхоглот. Блин, брюхоглот это круто, конечно, премиум. 10 тысяч. А у нас, мы в принципе можем, ребята, накопить. Но у меня, не забывая, кончится премиум. И фигушки мы с собой накопим. Давай пока не будем тратить. Месяц еще в запасе. Может быть, накопим достаточно приличное количество вымпелов и возьмем что-нибудь путевое. Ну что, здесь мы вроде бы с тобой как все заказали, да? Наше сейчас дело это пойти на арену и немножечко на ней повоевать. Я думаю, ты не против будешь, да? Да, все заняты своими делами, все хорошо, все отлично. Так, погоди, не все отлично. Вот теперь все. Так, у меня мест больше нету, все заняты. Ну, а мы с тобой идем уже со спокойной душой, как говорится, на арену. Не забывай, что у меня сейчас стальной капкан вместо барсика, и надеюсь, я об этом не пожалею. Но... Так, смотрим, друзья мои, тут у нас 14 уровни. Влупляем. Так, здесь скалотряс. 14 уровень он имеет. Так, он... А, раз, сейчас этот сходит. Жарить будет, сейчас жарить, блин. Так, секунду. Я, наверное, сделаю все-таки вот так. Раз. Сейчас получим люлей. Промахнулся. Фу. А теперь, ребята, естественно, снотворное. И в первую очередь будем с тобой разбирать именно скалотряса, потому что у него, ребята, усиленная атака стоит. Нет, 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 нет. Я не хочу их будить всех. Ёлки-палки. Да, это большой недостаток, ребята, именно стального капкана. Его массовая атака сейчас в данный момент пробудила абсолютно всех. А я рассчитывал, что когда они будут спать, мы с тобой тут начнем их бомбить. Но, как видишь, все пошло не так, как я рассчитывал. Есть еще надежда, что мы сможем здесь победить. На самом деле. Да, и мы с тобой это сделаем. Раз. И укусик два. Но впредь, ребята, как бы вам сказать, капкан стальной, он как бы несовместим вместе с ветрокрылом. Так, у нас здесь с тобой 15 уровень и 14. Окей. Ну, начнем, наверное, по традиции, да? Первый, второй, третий. Твою ж налево. Нет, ребята, меняются планы у нас. Меняются планы. Твою ж дивизию. Так, бомбим, короче. Окей. Ну, теперь ожидаем подвоха. Так, ударить сюда. Сейчас он кого-то шваркнет, поверь мне. Блин, это ветрокрыл. Если я сделаю... Слушай, нет, наверное, мы с тобой вот так вот ударим. Теперь добьем. Это пакость кого будет? Понял.
Слушай, а мы, наверное, не так с собой сделаем, да? Мы не так с собой сделаем. Мы вначале просто ударим. А уже потом будем делать слепоту. И слепоту, наверное, будем вешать на него. Пускай он помогает нам, да? Отлично. Броню понизили. Теперь нам остается только лишь... Блин, добить не получится, да? А почему получится? Все получится. Смотри, так, так. И этот начинает у нас тут в слепой ярости выделываться. Ну, естественно, он не попадает. А мы понижаем ему. Даже ничего понижать не будем, просто бомбим. Теперь вешаем слепоту. И все. Все, ребята, он ничего здесь уже не сделает. Он, конечно, будет делать попытки всевозможные, но это ему уже не поможет. Мы его с собой разберем. Давай. Да, конечно. Ой, не смеши меня, а. Получи. Все, ребята, идем на следующий бой. Так, все 15 уровня. Значит, у нас здесь громобой, ветрокрыл и пристеголовый. Вот что будем делать с тобой? Как бы, по идее, мне нужно вальнуть в первую очередь ветрокрыла. Ну и в то же время громобой, я прекрасно знаю, что будет делать. Вытворять, естественно, здесь такую дичь. Он уже начинает, ребят, вытворять. Этот сейчас тоже халявщик, ну, естественно. Мы, знаешь, что с тобой сделаем? Мы, наверное, его все-таки лучше отправим в сон. Не его, а вот этих всех ребят. Промахнулся. Мы их отправляем в сон. Начинаем бомбить по громобою. Это в первую очередь. Потому что у него еще и атака усиленная. Ой-ой-ой-ой-ой, сейчас. Ты, блин, нет, так не надо, ребят, делать. Секунду, секунду, секунду. Блин, ветрокрыл, как же так-то, а? Тебя сейчас, по-моему, уничтожат. Да-да-да, конечно же, этот халявщик, чтобы и не уничтожил. Так, мы ударим. Мы ударим. А потом нас всех загонят в сон, верно? Верно. И это плохо. Все, ребят, сейчас он сделает свою суператаку. Он того момента не упустит. Теперь наша главная задача — проснуться и ответочку ему влепить. Поехали. Раз. Блин, он еще раз потом сделает, да? Он еще раз сделает. Давай тогда понизим ему атаку. Плюс, вот все, ребята, скрита, прикинь. Вырубили мы его. Ну что же, идем далее. А вот и пак вождя. Кревет, Костолом, Древоруб, Водорез, Громорог и Барс и Вепрь. Так, окей. Давай сразу же начнем поединки за следующий, как говорится, пак вождя. И, кстати, уже 16 уровень против нас сейчас будет. Это я успел увидеть. И кто у нас? Угу. Опять эти ребята, да? Ладно, этого громорога я не боюсь. Я боюсь, наверное, все-таки вот этого песчаника, да? Больше. Но они, как всегда, они начинают вот... У кого меньше здоровья, того и начинает бомбить. А вот это я зря сделал. Сейчас же он сделает суперудар. Ай-яй-яй. Вот это, ребята, я лопухнулся. Ударил. Ты что будешь делать? Кусанул. Так, этот кого будет атаковать? Понятно. Понизил атаку. Слушай, нам тут крышка. Нам тут крышка, ребята. Они нас тут забомбашат. Ну, хотя бы кого-то прихватить с собой надо, да? Я так считаю. Одного мы убрали. Давай вот так сделаем с тобой. Ну что, потеряем мы с тобой сейчас кривоклык. И опять массовая атака. Сон. Допустим. Погнали.
У него пониженная атака, поэтому его бояться не стоит, ребят. А вот сейчас она кончилась. Добивай. А вот этот что будет делать? Твою же дивизию. Блин, он еще и это. Тут на ничью, походу, мы идем. Вот что я тебе скажу. Мы идем на ничью. У него защита. Да. Он еще и поставил защиту на себя. Мне его не пробить. Ну все, пошло-поехало, да? Естественно, ребята, он тянет время. Ну? Ага, деваться-то некуда. Пришлось атаковать все-таки. Сейчас будет опять хиляться, да? Да ты достанешь, а? Не, ребят, мне его здесь не выиграть. Он ту защиту, то отхил. И все в таком темпе, все. На ничью, ребята, мы вышли. Ну, двух драконов я все равно, ребята, забрал с собой. Так что нормуль. Так, а здесь у нас кривоклык 16 уровня. Тоже не есть хорошо. Шипорез, водорез, ё-моё. Ох, сейчас будет, по-моему, люто. Че, кого тут кусать-то? Даже не знаю, давай сюда, наверное, бомбанем. Так, сейчас он сходит, да? Огоньком будет жарить? Кусает. Ну че, как вариант, ребят. Зарядил. Водорез сейчас, естественно, будет суператаку делать. Блочить кого? Только блочить. Ветрокрыло, а? Окей, продолжаем бомбить. Так, секундочку. Нам надо вырубить кого-то. И кто-то будет очень-очень больно бить. Давай, наверное, сюда все-таки зарядим. Так, с минимальной атакой. Этот опять свой суперудар сейчас врубает, а? По-моему, ветрокрыло мы потеряли. А, вон куда он бьет. Блин, да кого же, как бы мне тут... Ну, шипорез, понятное дело, сейчас уничтожит. А теперь делаем мы с тобой. Скорее всего, победа здесь за нами. Потому что... Ага, я так и думал. На тебе. И добивка. Все. Пока ждя, по-моему, мы с тобой сейчас получать будем. Так, ребят, ничего подобного. После вот этого боя мы с тобой получим пак. Ну, если, конечно, завалим двух драконов. И вот здесь самая проблема, ребята. Зелень. Они мне дали сюда зелень. Плюс громорога. Вот как я тут должен бомбиться с ними? Фаербол полетит? О, трындец. Вот это он влупил. Ладно. Так, усыпить надо их срочно. Начну с громорога. Попробую его в первую очередь бомбануть. А, у нас же еще этот. Ну все, ребят, он сейчас разбудит всех. У него же массовая атака. А, во как. Нормуль. Тогда все хорошо, ребята. Потеряли бойца. Давай, наверное, вот так с тобой сделаем. Теперь в сон. Надо бы хотя бы от одного избавиться, потому что ну, вдвоем тут сложно с ними будет воевать. Так, и остается Костолом. Он сейчас будет делать свой разбег. Да-да-да, у него энергия накопилась. И сейчас он, наверное, по кривоклыку. Так и есть, ребят. Именно в него бомбит. Так. Кусаем. И добиваем. Вот теперь точно получаем пак. Ну-ка, покажи, что у тебя там внутри. Шипорез, шторморез, так, водорез. Дымодышащий, роза ветров. О, как даже. Забираем здесь с тобой награды. Так, 10 рун.
48 миллионов древесины. Так, отправить дракона в приключение. Жалко, конечно, что события нет у нас. Новое путешествие для Беззубика. Сможете ли вы найти героического овна? В плане, подожди-ка, героического овна. Новые приключения для Беззубика. А вот это что такое? Объясни-ка мне на милость. А, ну это, видимо, образы, да, менять? Если бы у нас были, например, то можно было бы, да? Ладно. Так, здесь у нас ничего нету? Нету. Ну что, дорогие друзья, давайте мы тогда с вами будем заканчивать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!